Всем привет! Хотел бы записать обзор спустя еще 1000 километров. То есть у меня был обзор на 600 километров, теперь 1600 пробег. И сейчас пройдусь по деталям, что конкретно было установлено на Dualtron Thunder. И какие проблемы, либо нюансы возникали в ходе эксплуатации. Перейдем к обзору. За пробег 1600 километров никаких серьезных проблем выявлено не было. И серьезного ремонта также не было произведено. Не было ни одного прокола, тьфу-тьфу-тьфу. И до сих пор он меня радует, и катаюсь я, получаю удовольствие. А что было сделано? Основные вещи, которые были сделаны касаемо внешнего вида, это LED-дека с подсветкой. Сейчас ее не особо видно, потому что солнце светит. И упор для ног. Также след подсветкой. Вот эти наклейки, это я уже типа M-пакет сделал. Ну, это как просто для красоты. Кабеля в оплетку поставил. Подножка также была усилена, так скажем. По бокам деки стоят такие слайдеры. Если интересно, напишите в комментариях, я покажу, как их делать. Там все очень дешево и просто. Ну, и если самокат упадет на бок, то с ним ничего не случится. На осях у колес также стоят слайдеры. Фирма Spirit Beast. Я ее советую. Она очень качественные вещи делает для мотоциклов. И опять же, если что-то произойдет, то рычаг не покоцается, а просто сотрется слайдер. Держатель для бутылочки такой сделал, на двух болтах держится, который держит рулевую стойку. Сюда тоже колонку ставлю. Ну, диаметр должен быть не больше 75 миллиметров. Желательно. Хотя она здесь отгибается, да? Тем не менее... Слишком большая колонка с большим диаметром не подойдет. Такая вот сумочка, она была уже еще с первого обзора. Сделал некий кронштейн, такую палочку, которая держится на родных крепежах, которые позволяют сгибать руль. Вот. Фирма Motowolf. Такая палочка, и уже на ней крепится держатель для телефона и GoPro. Также из такого тюнинга это часики. Время показывают. Так, посмотрим пробег. 1660, даже больше. Обещал на 1600 заснять. Грипсы также обновленные, более комфортные. Если я, конечно, езжу в перчатках, да, вот перчатки лежат, но тем не менее, если едешь, то вот оригинальные грипсы резиновые, они такие
не очень приятные. Здесь также у меня стояли зеркала, но я их снял, они крайне неудобные были, потому что маленькие. И иногда они мне помогали, да, но проще повернуть голову быстро очень и оценить ситуацию, нежели искать в маленьком зеркале, просматривая один-другой угол, что творится сзади. То есть, ну, как бы зеркала еще под вопросом. Может быть, найду какие-то сферические зеркала и поставлю, которые дают больше обзор, а те увеличивали. Вот. Сзади также слайдеры стоят на колесах, на осях. Вот. И, в принципе, фары здесь совы стоят, я их также показывал. 15 ватт сразу подсоединены на 60 вольт напрямую в цепь от батареи на провода, от которых идет зарядка. То есть гудок я еще все не поставил, но планирую поставить в ближайшее время, будет тоже работать. Звонок такой миниатюрный. Чтобы не выбивалось из дизайна. Ну вот как-то так. В принципе, проблем вообще никаких не было. То есть ни по подвеске, ни по шинам, ни по моторам. Вот как 1000 проехал, он просто даже не заметил. Ничего не гремит, не скрипит. Хомут держит, люфт не появился. Так что, наверное, следующий обзор уже запишу спустя еще 1000 километров. Будьте на связи.